Казанском федеральном университете состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между университетом, ООО «Квартика» и Ассоциацией гильдии риэлторов Республики Татарстан. В рамках этого документа для иногородних студентов КФУ запустит сервис по подбору арендного жилья в Казани. Как будет работать проект, узнаете далее. В мероприятии приняли участие проректор по образовательной деятельности Тимирхан Альшев, проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов, директор ООО «Квартика» Владимир Шайхиев, президент Ассоциации гильдии риэлторов Республики Татарстан Андрей Савельев и другие. В КФУ уже давно стоял вопрос, связанный с нехваткой мест в общежитиях. Эта задача на протяжении полугода обсуждалась в гильдии риэлторов Республики Татарстан. Было решено, что студенты, которым не хватило места в общежитиях, смогут воспользоваться сервисом по подбору арендного жилья в Казани. Такое сотрудничество в первую очередь направлено, чтобы студенты получали качественные квартиры, чтобы они были уверены в юридической чистоте заселения этих квартир, чтобы их оттуда не выгнали в любой момент, чтобы они были гарантированно знали, что они до конца года или два или три года, до конца учебы, они проживут в этой квартире, не будут иметь никаких проблем и смогут спокойно, комфортабельно жить и готовиться к учебе. Напомним, что с 25 августа начинается заселение в общежитие Казанского университета. Тем иногородним студентам, кому не хватило места в общежитии, предложат воспользоваться сервисом. Перед ними выступят представители Ассоциации гильдии риэлторов Республики Татарстан. Они расскажут о своих возможностях. КСК КФУ «Уникс» планируется установить стенд, чтобы студенты могли тут же обратиться и получить необходимую информацию. Также рассматривается вариант создания телеграм-канала. Планируется, что это будет фактически одно окно, то есть это будет единая лендинговая страница, и она уже создана, вот мы сегодня слушаем, а будут логины, пароли, по которым студенты смогут зайти, будут их собственные аккаунты, где они смогут просмотреть все существующие предложения на рынке, значит, услуг недвижимости, которые им подходят, по категориям. В завершении мероприятия стороны четко определили права и обязанности, ответственность каждой из сторон. Уже с 25 августа сервис будет доступен для студентов. Отметим, что это первый проект в России, и он, безусловно, будет интересен и студентам, и университету. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.